Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. И у нас ивент. Давайте смотреть. Так, капельку нам дали здесь. Еще одну. Аки. А вот куда лучше нам аки поставить, я пока не знаю. Ага, стингера ставим сюда, аки влепим сюда. Так, смотри-ка, что происходит. Все очень и очень плохо. На самом деле все очень плохо. Блин, как быть-то? Кто здесь у нас? Тоже аки. Ёпрсете. Ну-ка, стингер, вжаривай. Сразу прожгешь их, нет? Молодчина. По красоте. Ну, здесь у нас пошли с тобой зомби в колпаках. Надеюсь, что здесь барышня не будет зонтиком. Нет, здесь у нас обычный чувак с лопатой. Так что аки, в принципе, должны справиться. А здесь у нас, ага, тоже зомби в колпаке. Так, давай-ка мы с тобой посмотрим, потому что, может быть, этого придется немножко даже ослепить. Смотри, 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 смотри. Ать! Уже хотел был выкопать моего аки, перекинуть его. Так, теперь этот зомби меня немножко напрягает. Сможешь добить его? Наверное, нифига не получится. И нам опять придется, наверное, ослеплять. Ну, давай, 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 аки, стреляй. Ну, что там? Есть. Справился. Ну-ка, здесь у нас стингер. Воу, сколько стингеров. Слушай, ну это и хорошо. Давай, наверное, мы вот сюда поставим. А этого вот сюда. Так, тихо, тихо, родной. Куда ты уже забрался там? Перекапывать мне. Никаких перекапываний. Единственное, чего я боюсь, так это... Да чтоб тебя, а! Перекинул все-таки. Вот здесь вот обстановочка не лучшим образом у нас с тобой. Если здесь барышня с зонтиком, это будет крышка. Нет, все отлично, ребят. Сейчас мы его ушатаем. Ну, еще разок бомбаните, господи. Все, не успел ничего он сделать. А здесь кто? Стингер. Капелька. Ну, слушай, тогда мы с тобой прошли ивент. Все. Ну и давай посмотрим, что же нам тут. Оу. Электрический горхострел. 3 штучки. А здесь у нас, как всегда, клубничка и деньги 1000 голды. Замечательно. Ну все, 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 я уже понял. Хватит тут музыку свою проигрывать. Так, давай-ка, наверное, еще разочек сыграем. Угу. Горшки упали. И мы с тобой будем открывать. Стингер. Стингер — это всегда хорошо. Давай, наверное, вот сюда поставим. Вот так сделаем. Так, подожди-ка, подожди-ка, подожди-ка. Нам нужно вот этого именно бомбить с помощью аки. Потому что стингер, по-моему, не пробивает этого садовника. Так, надо будет его вот так ослепить. А здесь еще один стингер. Вот куда его ставить, как думаешь? Вон туда, наверх, потому что эти барышни не боятся нашего аки. И их только стингер очень хорошо бомбит. Так, что у нас тут? Зомби с фейерверком. Здесь нам выпадает капелька заморозка. То же самое. Еще один аки. Так, погоди-ка. Давай-ка мы заморозим эту барышню. Наверное, вот так сделаем. Так, подожди, 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 капелька, не исчезай, не исчезай. Ты мне еще нужна. Блин, как же ее тяжело бомбить. Ну-ка, здесь садовничек. Ладно. Здесь зомби с фейерверком. А тут опять садовник. Так, спешить не будем, ребят, если что. О, смотри, что делает. Опа, перекинул капельку. Здесь, естественно, тоже перекидывает. И нам, наверное, надо будет с тобой что? Так, тут подбили, а здесь? А здесь придется ослеплять. Нормуль. Кто тут? Заморозочка. Поставим сюда. Стингер. Стингер. Я даже не знаю, что нам тут лучше сделать. Куда бы установить? Ну, давай вот сюда поставим. Еще аки нам выпадает. Ну, тут нормуль все будет. Ага. А вот здесь будет похуже. Ну? Так, этого зомби уничтожили. Здесь вся надежда на стингера. Опачки.
Блин, так, тут подбили. Так, Стингер, давай бомби. Сейчас, если что, нам придется еще раз бросать в лицо. Хотя нет, подбили. Здесь заморозка. И тут, как ты понимаешь, зомби будет уничтожен. Потому что он пока будет в заморозке стоять. Мы еще даже с тобой можем вот так вот сделать. Хотя это уже и не обязательно. Ну, как ты понял, испытание мы еще одно прошли с тобой. И пора открывать пиньяты. Денег, конечно, у меня маловато. Ну-ка. Так, клубничка 3 штучки. Чертополох 3 и 1000 голды. Ну, а самое главное, что сегодня мы с тобой будем набивать последнего нашего растения, да, наш овощ. Это томаты. Как говорится, будем завершать с тобой ивент. Ну-ка, давай посмотрим, что нам там нужно. Сколько вообще надо набить. В данный момент я нахожусь на 5-м месте. И это мне не нравится. Я хочу быть в тройке лидеров. Разыгрывается у нас пиньяточка сейчас будет. Кстати, вот эта мята мне нужна. Ребята, очень классная мята. Арма называется. И она как раз работает на Аки, на яблочную мортиру, на банановые ракеты. В общем, на кокосовые пушки. Я еще удивлен, почему здесь нету цитрона. Он же, по идее, тоже как бы как артиллерия, да? Но для этого нам нужно с тобой 100 конфет. Так, а сколько нам нужно для того, чтобы получить томаты? Будьте добры, показать мне. Ага. Значит, 22 короны. За одну перчатку мы получаем с тобой 5. Нам как раз должно, в принципе, хватить. Ну что, готовы? Поехали. Поехали, друзья мои. Против Тайда мы с тобой будем драться. У него такой значок, две вишенки. Короче, друзья мои, здесь у меня такая тактика. Смотрите внимательно, показываю. Беру сюда вишню. Ну, бомбу, естественно. Беру сюда наш клевер. Также берем с тобой вот эти вот древние мины. Ко всему прочему, я беру сюда Дейзи. Так, и последний. Кто же у меня последним-то тут рулит? Лава Гуава. Все, вот такая вот команда. Я не беру сюда подсолнухи, потому что этого не нужно здесь. И смотри, что дальше мы с тобой делаем. Первые два ряда мы заставляем с тобой вот этими вот ежевиками. Вот так вот все залепляем. Дальше устанавливаем Дейзи на каждую вот эту вот ежевику. Окей. Ну, а дальше у нас с тобой идет немножко все попроще. Здесь нам нужно будет применять вот эти вот древние мины. Усеиваем практически все поле. Оставляем некоторые свободные ячейки, потому что здесь будут появляться надгробия. И, соответственно, наши мины будут с тобой улетать. Что такое-то? То есть он будет их сбрасывать, понимаешь, да? А им нужна будет свободная ячейка. Если ты все заставишь здесь минами, естественно, твоя мина просто пропадет, когда надгробие будет появляться. А так, например, он сюда поставит, да, надгробие, твоя мина перелетит на свободную ячейку. Так, сколько у нас там еще хватает? Хватает. Вот так вот мы с тобой выставляем. Раз, два, три. Многовато, да, свободных ячеек? Давай, наверное, вот здесь вот сделаем. И вот так вот. Все, можно приступать. Поехали. Блин, вот сюда надо было мину поставить. Блин, тут... Ай-яй-яй. Ладно, клевер применяем. Как раз против вот этих зомби, которые у нас на стрихозах летят. Ай-яй-яй-яй, родные мои, что-то вы тут... Что-то тут пошло все слишком круто. Вот такой вот здесь будет сейчас замес, поверь мне. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, этот летит. Блин, его нужно сдуть, вот этого вот. Отлично, сдули. Сюда мы с тобой поставим лаву гуаву. Самое плохое, когда надгробие появляется вот сюда, вот здесь вот. Ближе к нашим, как говорится, Дейзи. Там с ними очень тяжело бороться. Так, смотри, 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 идет чудило. Да на тебе лаву гуаву под ноги. Плодим с тобой, опять же, мины.
Нельзя здесь упускать такой шанс. Только получаешь удобрение, сразу трать на мины. Поверь мне, это будет лучше. Сюда выставляем лаву-гуаву. И вот таким вот образом, в принципе, все контролируешь. Весь процесс. Но нам нужно еще не забывай опередить нашего противника, нашего оппонента. Давай сюда вот бухнем. Нормуль. Ну, в принципе, мы с тобой здесь выиграли. Остается одна секунда, и победа за нами. Соответственно, мы лидеры. Получаем с тобой еще пиньяты 4 штучки. Так, а что он использовал? Ну, халапеньо. Я пробовал тоже играть через халапеньо, но мне показалось, что все-таки лучше через мины. Хотя у него мины 4 уровня, а у меня всего лишь 2. Но он не брал лаву-гуаву. А лава-гуава здесь очень хорошо помогает. Во-первых, она делает огненную лаву, да? Где зомби просто потихоньку начинают умирать и замедляться. Ну и за этот момент, конечно же, ты... А, смотри-ка, он тоже клевер взял. Хитер. Практически как у меня комба. За исключением, что я брал лаву-гуаву, а он брал вот это вот огненное растение. А так, в принципе, абсолютно одинаково. А, у меня еще Дейзи, а у него халапенья. Ну что же, 4 пиньяты мы с тобой берем, плюс 5 корон получаем. А нам нужно 22, да, короны? И что же нам здесь выпадет? Оу! Слушай, неплохо. Ежевика, 20 карточек. Так, Аки. 10 карточек получаем с тобой. Шикарно. О, арахис. Все, да? Что-то как-то быстро мы с тобой получили. Кстати, друзья мои, я уже первую серию записал. Растение против зомби. Битва за Нейборвиль. Наверное, попробую сегодня выложить, если успею. И вот только не знаю, где ее выкладывать. Наверное, все-таки я выложу ее на втором канале. Ну что же, а мы с вами продолжаем. У нас следующая битва. То есть у нас 4 перчатки. Раз, два, три, 4. Получим деньги, получим пиньяты. Но это если все пойдет хорошо. И плюс еще бесплатную перчатку вот здесь. Так что погнали. Против Каки. Или Каку. Нет, давай назовем лучше Каки. Будем мы с тобой воевать. За всю игру в этом ивенте я проиграл только лишь один раз по очкам. И то... Не знаю как, противник был намного-намного слабее меня, но он почему-то выиграл. Каким образом, я не понимаю. Так, ну что, такая же старая схема. Берем с тобой также клевер. Так, вишневая бомба, лава-гуава, мина, клевер и Дейзи. Почему я беру сюда Дейзи? Ну, во-первых, она стреляет, да, неплохо уничтожает надгробие. А во-вторых, она выпускает облако, как говорится, которое станет противников. И это нам... дает некое преимущество, чтобы мы успели с тобой в этот момент выставить либо мину, ну, либо использовать вишневую бомбу. А так все то же самое, друзья мои. Ничего не меняю, играю именно вот по этой стратегии, и она мне нравится. Не знаю, ребята, оцените сами. Может быть, у вас есть стратегия получше, пишите мне в комментариях. Естественно, я буду очень этому рад. Так, что такое? Что опять не так? Все отлично, все выставляется. Я просто установил мину на единичку, чтобы не кликать вот так вот постоянно. А просто нажал и вот так вот выставляешь. Так. Наверное, мы с тобой вот здесь вот оставим одну ячейку свободную. Как раз для надгробия. И тут еще не забывай, видишь, усиляшки лежат. Зомби, когда их едят, они становятся либо больше, либо быстрее. Вот сюда я ничего не могу поставить. Ну что, одну ячейку, наверное, мы оставим свободную. Вот здесь вот. И можно, в принципе, приступать. Поехали. Ну. Так, идут голодранцы. Сразу такой побоище тут. Оу, смотри, видишь, где появился. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, подожди, подожди, клевер, срочно клевер. Давай-давай, мины, мины. Везде нам нужны тут мины. Так, опять этот летит. Этих лучше сдувать. Потому что так как у нас все поле в минах, летуны спокойно могут пролетать здесь. Давай лаву-гуаву сюда поставим. А здесь забираем все. Так, вишневая бомба. Почему она не взорвалась? А тут шикарненько. Так, здесь немножко напряженка.
происходит? Так, опять лава, глава. И опять эти летуны. Давай быстренько их с тобой сдувать. Смотри, что происходит, а. Верхний ряд практически вообще беззащитен, потому что там даже нет ни одной мины у нас. Так что, учитывая такой расклад, всегда должен выставить что-нибудь туда и расплодить, конечно же, мины. А вот этих вот дуралеев надо отсюда сдувать. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, что происходит. Ты видишь? Зомби тут прокрались все-таки, умудрились. Но мы законтрили их. Так, по очкам мы опять же с тобой лидируем. У меня рекорд был здесь почти 1 986 000, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, как видишь, у нас здесь опять же очередная победа. И посмотрим, что... О, смотрите-ка, у него какое растение есть. Оно же, по-моему, донатское, если не ошибаюсь. Он зря брал подсолнухи, потому что здесь абсолютно они не нужны. Я тоже раньше играл через подсолнухи, но, поверь мне, никакого толку от этого не было. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Я не знаю, нужно ли вот так вот все вот эти вот проходить испытания, но наша основная с тобой задача, конечно же, получить томаты. И нам нужно еще, ё-моё, как минимум 3 победы, как минимум. А у нас с тобой 4 перчатки. В принципе, это реально все сделать. Гемов у нас с тобой нету. Как говорится, права на ошибку мы не имеем. Так что все придется делать, как говорится, одной заходкой. Поэтому схему я менять не буду, друзья мои. Как бы вы ни уговаривали. Если вам скучно смотреть, вы можете немножко промотать, да? Потому что я не буду это все вырезать. Хотя пишите мне в комментариях. Если нужно будет вот вырезать, только первый бой показать и последний. Я так и буду делать. Но это уже будет в дальнейших сериях, а это пока буду выкладывать именно таким образом. Потому что тоже же интересно, вдруг я где-нибудь проиграю, да? Ведь такой... А, кстати, друзья мои, я еще за все это время открыл себе вот этот вот кабачок. Кстати, его нужно будет прокачать. То есть, ну, 100 гемов я накопил и купил его. Так, кого тут не хватает? Дейзи, конечно, я все время забываю про Дейзи. А этого делать нельзя. Ну что, все? Все. Кстати, вишневую бомбу можно тоже заменить на, ну, предположим, халапенье. Об этом ничего страшного не будет. Но единственное, что она будет уничтожать один ряд. А вишневая бомба все-таки взрывает, если ее ставишь посередине, да, она и верхние ряды, и нижние. Помимо того, тот ряд, где она еще и стоит. Ну и желательно, чтобы она, конечно, была прокачана. Как там, ребята, я видел 8 уровня. Ты представляешь, сколько она наносит урона, эта мина? У меня-то всего лишь какого там 2 уровня. И мне этого достаточно, между прочим. Так, ну что, выставляем с тобой. Ну что опять-то? Ну что не работает-то, ёпростая? Кнопочка. Понятно. Что-то сбилось все. По непонятным мне причинам. Так, ладно. Мне не тяжело, ребята, и так все выставить это. Как говорится, в ручном режиме. Сюда. Одну ячейку обязательно оставляй, потому что с начала игры появляется обязательно одно надгробие. Соответственно, твоя мина перелетает на свободную ячейку. Если свободной ячейки нету, она просто исчезает. Так, а нам нужно с тобой, значит, 3 победы, да? По 5 корон, это будет 15 корон, да. Как раз уложимся. Ну что, все засеяно, можно приступать. Поехали. Вот, видишь, надгробие появилось, и мина наша перелетела. Почему-то всегда у меня страдает именно верхний ряд. Верхний ряд в первую очередь всегда страдает, потому что здесь вот эти вот надгробия зомби появляются сразу же. И это бесит. Так, тихо, тихо, тихо. Я вижу летунов здесь. Блин, а тут-то как плохо. Ты посмотри, что происходит, друзья мои. Придется нам с тобой газонокосилку здесь выпускать. Вот так всегда происходит. Именно верхний ряд страдает. Так, здесь у нас музыканты. Давай, наверное, вот так вот. Почему не... понял, понял. Там у нас просто усилялка для зомби стояла. Эй, родной, ты куда собрался-то, а? Чепушила. Давай так сделаем. Лава-гуава там сработала. Естественно, сюда мину ставим. Но мы с тобой тут немножечко проигрываем нашему
противнику, нашему оппоненту. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Да не то, что немножко проигрываем, мы очень сильно проигрываем. Почему-то мне как-то здесь не повезло, если честно. Вообще не повезло, друзья мои. Он меня переплюнул очень круто. Не знаю почему, видишь, как-то очень был маленький наплыв зомби. И что у него здесь? Ну вот, смотри, видишь результат. Мина 9 уровня. Вот из-за нее он больше чем уверенно выиграл. Плюс у него... А, вот это вот растение есть, да? То есть смотри, что он делал. Он ставил мину, выставлял вот это растение, которое дает ему удобрение. И, соответственно, он просто плодил одни мины. Ну, на первом ряду, больше чем уверен, у него стояли вот эти вот мортиры. Плюс солнце он добывал с помощью вот этого растения. Да, за счет этого он и выиграл. Причем, видишь, 751 тысячу очков. Так, ну, потратить мы с собой ничего не можем. У нас нет гемов, поэтому... Единственное, жалко, что нам теперь не хватит, скорее всего, кубков. Сейчас я посмотрю еще раз, сколько нам там нужно. Так, 11. 11 кубков, да? У нас 3 перчатки. Ну, в принципе, есть еще шанс. Если мы с тобой не сфейлимся дальше, то шанс есть. А, мы же еще с тобой перчатку получим. Вот только лишь из-за этого и фейлимся. Противник немножко, как говорится, сильнее по растениям тебе достается, и все. А так, тактика, ребята, работает на ура. Можно, конечно, Дейзи поменять. Но вот на кого? Если только на вишневую... Ой, вишневую. На банановую ракету. Только если такой вариант. Или не брать клевер. Но, мне кажется, против летающих зомби как-то без клевера тяжеловато будет драться. Ну что, выставляем опять же все по старой схеме. Конечно, вот эта вот расстановка, это, да, утомляет. Одним и тем же заниматься. Значит, нам нужно всего лишь 11 корон, да, получить. Да еще бесит, почему у меня... А, во. Теперь работает, непонятно, что происходит. То в ручном режиме, то можно вот так обычно. И всегда страдает именно верхний ряд. Потому что именно там появляется больше всего надгробий. Так, давай вставляем здесь все. И зомби ты видел, да, там серфингисты идут и так далее. Ну что, вроде бы все засеял. Поехали. Ну. Так. Ну вот, смотри, видишь, они начинают сразу отсюда, сверху. Так, этого нам нужно сдуть, чтобы он нам тут не мешал. Ё-моё, тут смотри, целая орда уже была вот этих вот панкушек. Этих надо сдувать сразу же. Так, лава гоа выпускать здесь у нас постоит. Сделаем с тобой таким вот образом и попробуем подорвать. Да что ж такое-то, я не вижу, где там можно поставить, а где нельзя. Ну, сдувать однозначно их нужно. Сдул мину. Сразу ее размножаем. Да ее просто... Так, серфингист, ты запарил уже, серьезно тебе говорю здесь. Что у нас там? Что-то противник вообще наш не хочет, видимо, играть. Всего лишь 25 тысяч он набрал. Да ну, быть такого не может. Что-то совсем пасует паренек. Так, лаву-гуаву сюда. Сразу мину. Эти у нас летят. Ну тут, понятное дело, уже победа за нами. Тут ему просто не догнать нас. Видишь, когда идет хороший наплыв зомбарей, в принципе, никаких проблем нет набить тебе достаточное количество очков. Смотри, что он тут взял. Аки, кукурузу. Ну, в общем, ребят, я скажу вам одно. Такой командой лучше не играть. Это заведомо провал. Просто заведомо провал. Ну вот, у нас все отлично. Как видишь, 756 тысяч. Так, мы с тобой получаем перчатку, соответственно, 5 корон в плюсе. И нам нужно еще сколько? 6 корон. То есть 2 боя как минимум сыграть. 2 боя как минимум. Я еще до сих пор на 5-м месте. Передвинемся скоро на 4-е.
Так, сегодня я еще планирую поиграть, друзья мои. Естественно, растения против зомби герои. Черепашки-ниндзя сегодня будут у нас. И что-то будет для второго канала. Не знаю пока что. Наверное, Sunset Overdrive будем проходить с вами дальше. И, возможно... Так, подожди-ка. И, возможно, сегодня мы с вами пройдем Армию Зомби 4. Потому что там уже недолго осталось. Мы уже практически добрались до Гитлера. Так, Аки и Клевер. Так что, ребятушки, заходите, смотрите и наслаждайтесь. Ну что, команда собрата. Давай только выставим с тобой. Так, отлично. Сегодня беру новую карту видеозахвата в магазине, поэтому дальше будем с вами продолжать снимать «Одни из нас». Ну, естественно, вторая часть. Потому что старая видеокарта почему-то хандрит, ребят. Мне не нравится качество картинки. Взял новенькую. Дорого, конечно, обошлась, но надеюсь, она будет того стоить. Так, ну что, эту, наверное, ячейку мы с тобой ставим. И выставляем наши Дейзи. Можно, конечно, какую-то альтернативу найти этим Дейзи. Если у тебя, конечно, прокачаны какие-нибудь растения крутые. Мне кажется, вполне можно было бы. Ну что, поехали. Угу, началось. Можно, наверное, Ред Стингера брать. Но у Дейзи все-таки есть небольшое преимущество. То, что она именно вот станет противников. Так, ну вот куда ты летишь, а? Летун. Полетел он мне здесь. Так, давай-ка мы с тобой наверху сделаем так. Плодим, плодим везде с тобой эти мины. Летающие появляются, сразу их сдуваем. Так, вишня, 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 бомбани. О, крутяк. Еще вишенка. Нате, получите, засранцы. И контролируй всегда дорожки. Если ты видишь, где не хватает мины, лучше влепи, не пожалей. Не поскупись, как говорится. И все будет у тебя хорошо. Ну, довольно неплохо бомбим. В принципе, здесь у нас все под контролем. Вот на начале нужно как-то побольше всей этой взрывчатки выставлять. Если есть имитатор, берите имитатор. Он тоже неплохо проявляет себя. Давай здесь, наверное, сделаем. Сюда поставим и бомбанем. Вот так вот. Так, архаровцы бегут. Ну, время уже подходит, ребят. И... Ну, ты видишь, да? 440 тысяч у нас с тобой. 452. То есть побед за нами, и смотрим. Но опять же, я повторю, большие ошибки. Зачем здесь, например, орех? Он не нужен абсолютно. От него толку нету. От огненного горхострела здесь тоже нету никакого толку. Так же, как и от подсолнухов. Ну, снап-драгон тоже, в принципе, бесполезен. Аки, ну еще фиг с ним. Куда ни шло. Но остальные, я считаю, что это просто завидом провальная, как говорится, команда. Ну что, нам остается с тобой еще один бой, насколько я понимаю, да? Или два? Сейчас мы с тобой глянем. Да, еще один бой, и мы с тобой получим томаты. Ну, ради четырех пиньят набивать тысячу, блин, ё-моё, короны, это, конечно, жестко. Но там, наверное, крутые пиньяты будут лежать. Ой, крутые растения будут лежать. Класса огня. Но у меня сейчас в приоритете получить вот эту вот мяту. Она работает для всех мортир. Усиляет их, я так понимаю. Ну что, погнали. Попробуем. Так, Пенни прусует. Я думаю, сегодня мы не будем проходить, потому что, ну, я просто там в тупике с теми зомби, которые там дают. Я просто не могу справиться. Так, вишневка. Дальше клевер идет. Вишневка, клевер. А где наша мина? И наша Дейзи. Так, чего не хватает? Бомба, клевер, мина, Дейзи. И Лава Гуава. Вот такая вот команда. Можно, конечно, и Лава Гуаву заменить на кого-нибудь. Как, например, тут недавно проходил ивент и увидел новый вид растения. Называется ловушка. Вы, наверное, все видели, да? Устанавливаешь на землю. Там появляется типа такого колодца. И мало того, что зомби в нее проваливаются, да? Так она еще выплевывает какую-то кислоту. То есть мне, в принципе, понравилось.
этот вид растения. Довольно неплохой. Так, ну что опять-то? Давай выставляем. Все на кнопке устанавливаешь, когда, да? Можно каждое растение, ребят, установить на определенную кнопку. Но я вот только с минами заморочился, чтобы их, как говорится, быстрее тут выставлять. Ну что, если мы с тобой сейчас победим, томаты будут у нас в кармане. Поехали. Да, даже если и не победим, все равно одну корону мы с тобой набьем. Так, пошла буча, пошла. Бабах. Классно. Так, сразу лаву, а вот туда сами. Вон, 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 видишь, что происходит? Взрыв на макаронной фабрике. Блин, немножко не туда ты выставляешь эти... Ай-яй-яй. Верхний ряд не нужно, верхний, ты понимаешь? Так, давай вот здесь лаву гуаву, наверное, выставим. Раз такая пляска тут пошла. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сдувать, сдувать, срочно сдувать надо этих орлов, которые там идут. Здесь очень много противников. Мы их взорвали. Лаву гуаву давай сюда поставим. Так, летунов пока нету, нету. Все отлично, все хорошо. Давай плодить. Что-то опять наш оппонент не алё. 40 тысяч всего набрал. В чем проблема, я не могу понять. Даже если ты играешь в первый раз, даже если у тебя слабые растения, ты все равно должен набирать побольше очков. Ну, не так, как тут. Будто он вообще не играет. Будто он на поле ничего не выставил. Давай так, бомбанем, наверное, сюда. Отлично. Ну что, в принципе, победа уже в кармане. Ты это сам видишь, у нас 500 там с лишним тысяч очков. И мы выиграли. Ну что он применял? Опять же повторю, вот это вот не нужно здесь. Надо брать такие вот растения, которые наносят, ну, урон получше. Я бы даже Дейзи бы, возможно, бы не брал бы, если бы не было у нее стана. Потому что он как бы здесь и не нужен. Ну вот это, в принципе, да. Арбуз, может быть, и был бы хорош. Он все-таки станет. Ну, не станет, а замедляет противников. И причем наносит неплохой урон. Так, мы еще с тобой заработали две пиньяты. Давай посмотрим, что нам выпадет из нее. Так, солнечная фасулька. Понятно. И... угу, капуста. Капусту, кстати, мы можем с тобой усилить. Ну и самое главное, конечно же, друзья мои, мы с вами зарабатываем томаты. Вот он. Ульти-томат. Я, кстати, так и не понял, что он делает. Он, по-моему, чем-то там плюется. Или стреляет. Лазером, да, каким-то вроде бы. Так, ну что, на этом ивент мы, наверное, закончим. Давай прокачаем наши растения. Так. О, капусточка стала 4 уровня. Так, кто-то у нас здесь, ага, кабачок можем прокачать. Давай это сделаем. Отлично. А сколько у кабачка урон? Хм, не показывает. Написано, что он уничтожает зомби сразу же. Так, ну и открываем, конечно же, с тобой томат. Отлично, ребята. 1 уровня, конечно. Надо его прокачивать. Я уже, знаешь, как-то немножко расстроен, что когда у тебя растения 1 уровня и придется их выставлять, как-то не алло. Раньше вроде бы все устраивало, да, и как-то на этом не зацикливался. А вот именно с поздней игрой начинаешь думать, да, какой же ты нубас. Так, ну что, в Пенни зайти? Что у нас там в Пенни творится? Ну, ребята, в Пенни все очень плохо. Все, что я прошел, я смог. Остальное, ну, просто невозможно, ребята. Там зомби такого уровня идут, что мои растения просто там захлебываются в собственной крови. Единственное, что я могу еще поиграть, это в приключения. И попробовать набить, например, еще две пиньятушки. Три пиньяты. И любимая моя... Так, тихо ты, дай мне зайти. И любимая моя территория — это вот юрский период. Потому что именно здесь я хочу получить подсолнух. Мне осталось его немножечко прокачать. Всего лишь немножко. По-моему, не хватает двух карточек. Но почему-то постоянно он мне не выпадает. Все что угодно. Так. Орехи. Тут, ребят, задание поменялось. Кстати.
Не было такого, что я должен был охранять орехи. Тогда что нам сделать с тобой? Возьмем, наверное, мины. Ну, естественно, подсолнухи. И не знаю, стоит ли брать Дейзи здесь. А грибок любви нам дают? Дают. Без него, естественно, здесь будет очень плохо. Блин, они будут перелетать все. Наверное, нам надо будет взять сюда защитников. Лаву-гуаву. Может быть, взять арахис? Твою ж налево. Что еще нам тут понадобится? Что нам здесь может понадобиться? Кабачок. Не хочу я брать кабачок. Можно взять лазербин. Только вот вместо кого? Просто пока даже заменить не на что. Ладно, друзья мои, попробуем таким вот макаром поиграть. Начинается все дело у нас, конечно же, с подсолнухов. Блин, это же у нас вроде бы ночь идет, да? Тут подсолнухи, по-моему, очень долго дают энергию. Надо было брать нам с тобой гриб какой-нибудь ночной. Ну куда ты вот прешь, а? Хотя нет, вроде бы нормально все. Не, ребят, вроде нормуль. Я, видимо, локацию попутал. Нет, есть, конечно, темные времена. Все, наверное, знают, да, эту локу. Так, ну а здесь, естественно, нам нужно выставлять защитников. Потому что я не хочу потерять наши вот эти вот орехи. Так, грибок любви нам пригодится в дальнейшем. Так, тихо, 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 роднульки. Вот, 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 уже появился. Блин, сколько там нужно? 150, а у меня нету, блин, нужна энергия. Энергия мне нужна. Сейчас будет толкать. Не успею, да? Нет, не успел. Твою ж налево. Так, грибок, давай. Что у нас тут получается? Так, сюда поставим защитника. И, наверное, будем выставлять арахис. Пускай стоит. Ой! Арахис, здесь-то у нас идет зомбарь. Так, я надеюсь, мина успеет появиться. Так, опять динозавр сейчас будет толкать этих зомби. Нам, наверное, с тобой вот так лучше сделать. Лучше сделать так и всех их оттолкнуть подальше куда-нибудь. Так, лава-гуава пускай стоит. Да что ж такое-то, быстро они тут разобрались, конечно, с моими защитниками, как ты видишь. Давай сюда вот поставим. Сюда арахис. Блин, надо следить, ребята, чтобы орехи эти не съели. Чё-то я, по-моему, ребят, не справляюсь. Не успеваю. Так, это у нас первая была волна. Блин, дайте мне, пожалуйста. Что ж ты будешь делать, а? Так, давай, 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 давай. Нечего ему здесь делать. Твою ж налево. Давай, защитник, отталкивай. Блин, здесь я немножко продинамил. Сейчас пойдет последняя волна. Так, лава-гуаву сюда выставим. О, еще вас тут не хватало. И гаргантюа идет. Так, как будем с гаргантюа справляться? Через кого? Не знаю пока, если честно. Пока не знаю. Знаю только о том, что... Не туда поставил, ё-парасете. Я не туда поставил, ребята, гриб этот. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну гаргантюа хорошо идет не по той дорожке, где у нас орехи. Так, может быть, вжарим, а? По нему. Эй-яй-яй-яй-яй, на мину, на мину. Так, получил свое. Ну, арахис, ну что ты, ну. Ну, серьезно, ну бомбани ты хорошенько-то еще разок. Все, справились. И давай глянем, что же все-таки мне выпадет из этой пиньяты. Мне нужен дикий подсолнух. Дай, пожалуйста, мне дикого подсолнуха, а? Но что тебе стоит дать его? Сейчас будет, как всегда, наверное. Мину и орех. Вот так всегда. Мина и орех. Иногда попадается тебе каменный этот горохострел. Ну вот как быть, а? Вот объясни мне, как быть? Я все пытаюсь, пытаюсь. Может быть, это нереально получить, а? Ну что, давай еще, наверное, разочек сыграем. У нас, как говорится, еще все равно две попытки.
Ага, здесь уже нету орехов. Так, и нам показали очень много динозавров, да, которые-то будут. Ага, вот еще что у нас. То есть тут уже нету дела выбора. Тут, как говорится, что дают, тем и наслаждайся. Все, я понял. Но... Так, орехи. Орехи лучше, конечно, надо было ставить на третью платформочку, потому что сейчас пойдут эти динозавры. А если тебе здесь не дадут гриб любви, то это будет фейл. Потому что они будут перекидывать, а эти мои не будут просто-напросто справляться. Они уже появились тут как тут. По ходу дела нам придется с тобой еще и деньги подключать свои. А, ну и еще творят, а. Ну, да звезданит ему хорошенько так, этого мелкого натужи. Отталкиваем, отталкиваем. Сейчас просто их тут слишком много будет. И мы запаримся отбиваться. Грибок-то хоть один, дайте мне, пожалуйста. Конечно, дадут тебе тут грибок, аж 20 раз придут и еще раз поддадут. Так, ну мне хотя бы дали удобрение, это уже хорошо. Дают удобрение, значит, все будет четенько. Во, смотри, что творится. Так, не будем пока тратить. Пока не будем тратить, вот так вот сделаем сюда. Давайте, родные мои, отбиваемся. Так, вот этот крепкий, нам нужно его отталкивать. А вот и грибок, ребят, вот и грибок. Давай вот так вот сделаем. Этих нужно отталкивать. Что-то их тут дофига слишком. Так, погоди-ка, 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 погоди, говорю. Блин, что, за пара, что ли, получается, да? Получается за пара, друзья мои. Придется вот так вот сделать. Вот сюда вот поставим. Так, спасибо за растение. Оу, гаргантюя, я про них и забыл. Так, давай-ка вот это вот сюда. Ох, тут даже два динозавра было, представляешь? Заменяем тут орех. Динозавры, а почему вы не бьете гаргантюа? Вот объясни-ка мне. Оу, вот это спасибо, это хорошо. Это очень хорошо. Так, смотри, что делать. Из-под тишка съедают мои растения сзади, а? От голодранцы. Так. Главное, чтобы мы разобрались. А в принципе мы их уничтожили, гаргантюа этих всех. Так что все отлично. Так, он наверху, да? Давай, бомби их там хвостом. Они так стреляют, как будто чихают, да? Так, пока тут не будем ничего делать. Сюда поставим орех. Чё-то их тут уж больно дофиг. Оу, ты посмотри, какая волна бежит. Друзья мои, посмотри, какая волна тут бежит дикая. Это жестко, если честно, это жестко. Ну-ка, бомбанем, наверное, с тобой. Эй-эй-эй-эй-эй, вот этих вот не надо здесь. Уже пошли. Блин. Бедный горохострел, сейчас его съедят. Давай вот так вот с тобой выстрелим. Ну, бомбите по спине-то этим голодранцам. Да ну. Погоди, погоди, погоди. А я что, не могу? Нет, могу. Я уж подумал, что гаргантюа этого не могу сбить. Еще один идет. Хорош, друзья мои, хорош, я говорю вам. Так, грибок. А уже от него толку никакого не будет, да? Потому что здесь нет, есть, есть толк. Давай вот так вот. Нам нужно вот этих двух гаргантюа забомбить, и все. В принципе, победа будет у нас в кармане. Ну тут да, тут, конечно, уровень был сложноватый. Я потратил даже немало денег здесь. Ну давай, 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 бомбите. Какие они крепкие, а? Давай, добьем их. Ну этого-то что, не могла что-то добить, а? Виноградина, ну ё-моё. Давай сюда поставим орех. Трындец. Ну ты сам видел, да? Сколько нам пришлось бомбить по нему, чтобы уделать. Так, пиньята. Ну, не разочаруй меня, пожалуйста. Дай мне дикий подсолнух. Я просто хочу его прокачать. Так, 100 монет, это понятно. Опять 4 ореха нам дают. Я так, наверное, орех быстрее пропою. И
Горохострел древний. Не, ребят, по-моему, вот сколько я играю, мне еще ни разу не давали здесь дикого подсолнуха. Ни разу. Возможно, даже его здесь и не дают. Кто знает. Так, ну что, нам надо с тобой еще одна попытка. Но он же есть тут, вот он стоит. Почему его не дают? Друзья мои, почему не дают? Я не знаю. Так, что у нас с тобой вообще творится на нашем огороде? Вау. Ну это круто. Так, монетки, все дела. Так, давай посадим сюда. Так, Жужу, будь добра, полей, пожалуйста, защитника мне. Прекрасно, прекрасно. У нас с тобой есть арбуз, есть свекла, стингер. Так, горох, гипногрипп. Слушай, отлично. Если будет какое-то испытание у нас, мы будем с тобой, естественно, использовать эти растения. Ну что, пойдем за третьей попыткой. Добьем, так сказать. Раз уж начали. Да ё-моё, где она там? Где эта миссия, эй? Что-то я потерял. Ага, вот она, 16-я. Давай посмотрим, что на этот раз нам подкинут. Да я думаю, что то же самое практически будет. Так, динозаврики здесь будут, все понятно. И опять же, ну это как у нас второе испытание было, да? Оно чем-то похоже. Единственное, что у меня здесь денег маловато. А что так сразу много зомбарей-то пошло, эй? Сразу кучу просто бросает на меня, да? Справляйся как хочешь. Ладно, будем отбиваться. Конечно, птеродактиль. Воу, сразу же вышли. Зашибись. Просто сразу появляется. Так, вот здесь вот опасно. Он сейчас будет перекидывать, а у меня здесь никого нету. У меня здесь никого нету, блин. Ну? Да нафига мне сейчас тут орех-то нужен? Дайте мне хоть кого-нибудь-то, эй. Так, здесь мы с тобой вот так поставим, наверное. И вот так вот влепим. А почему ты не бомбишь? Чудный ты малый, а. Во-во-во-во, пошла маза. Тихо, роднульки. Валите отсюда прочь. И ты тоже вали отсюда прочь. Пришлось все-таки, да? Потратить немножко финансов. Где гриб любви? Дайте мне... Вот он. Вот так вот. Совсем другое дело. Сразу же и птеродактили с тобой загипнотизировали. Так, подожди. Блин, так этот теперь тут летает, а? Да посмотри. Давай так вот сделаем. Оттолкнем его отсюда. Это хуже. Вот этот вот посильнее будет, по-моему, да? О, грибок. Поможешь ты нам или нет? Так, давай. В спину им всем там бомби. Чу-чу-чу-чу-чу, наяривай там. Как пулеметчик Джо. Гаргантюа пошел, что ли? Ну да. Друзья мои, идет Гаргантюашка-то бежит. Так, нам дали виноград. Ну что, помог он мне? Нифига он мне не помог. Дело дрянь на самом деле. Давай так сделаем. Куда он? А, он его обратно, да? Подталкивает. Все, мы тут справились. Сейчас пойдет третья волна. Че, я радуюсь-то? Радуюсь-то пока еще рано. Вот. Ну-ка. Шикарно. Сейчас, так, что у нас тут получается? Здесь идут малыши. Опять этих голодранцев слишком много. И динозавров целая куча, а? Целая куча динозавров. Фига, они только подкидывают мне. Только подкидывают. Да иди ты. Вот так вот. Колоссально. Гаргантюа идет. Давай. Бомби этого гаргантюа. Динозаврик. Причем он стоит на месте. Он даже не двигается. Понимаешь, он стоит вот
на своей определенной точке, и все. Так. Вот здесь вот небольшие проблемы. Тут они не успеют ничего сожрать. Еще один гаргантюа идет. Ну, для него есть подарочек вот такой вот. Давай, давай, вставай сюда. Сейчас мы тебя бомбанем тут. А? Но не подбили. Не хватило нам мощей. А мы можем с тобой вот так вот сделать. До сих пор еще живой. Прикинь, целую ульту бомбанули, и он до сих пор еще живой. Все. Да, друзья мои, прошли. Ну, третья пиньята. Если нам и сейчас не дадут, то я делаю вывод, что дикий подсолнух просто здесь не дается. Так, 4 мины. И... Да ладно, да неужели? Блин, что-то я, честно говоря, немножко просчитался. Я думал, мне не хватает там 3-4 подсолнухов, а оказывается, там еще аж десяток нужно. Но главное, что дают. Но с каким шансом? С маленьким. Так, ну что, вроде бы как на сегодня все, что мы могли. Мы с тобой сделали, прошли аренку, прошли это. Надо будет в следующей, наверное, игре нам протестить с тобой томаты. По-хорошему, посмотреть, что они делают. Потому что, когда тебе давали пробную, как говорится, заходочку с этими томатами, я так и не понял, что они там делают. У них, по-моему, очень даже не длинная, как говорится, дистанция по атаке. В общем, все это мы с тобой посмотрим в следующий раз. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.